Здравствуйте, уважаемые зрители! Рад вас приветствовать на своем канале о мужских игрушках. Все когда-нибудь в жизни сталкивались с проблемой, как проделать отверстие в ремне. Все ремни носят, и девушки, и мужчины. Все худеют, толстеют, покупают новые вещи. И проблема проколоть новое отверстие, конечно, у каждого в жизни хоть раз, но бывало. Может быть, кто знает, может быть, кто не знает. Ну, давайте поделюсь своим опытом. Раньше как делать? Брались ножницы, пробивались, там прокручивались или шило. Вот. Или некоторые дрелью сверлили отверстия. И у меня появился новый ремень, а это мой старенький. Как-то задумался над этой проблемой, думаю, ну неужели нету? Ведь ходить там постоянно просить, чтобы в мастерских сделали это отверстие. И залез я к китайцам на Алиэкспресс, и у них вот такая вот штуковина в блистере приходит с такими пробойничками. Они снимаются разных диаметров. Вот такие. Их тут несколько штук. Давайте я вам покажу. Вот они все. Разных диаметров. Все эти диаметры нарисованы на блистере. Здесь от 1,5 мм до 4 мм. Я себе выбрал, не знаю какой. Просто на глаз посмотрел. Ну, вроде отверстие подходит. Как раз под мой замочек. Здесь все закручивается, как на обычной отвертке. И принцип работы его простой. Здесь ручка, внутри пружина. Здесь сделана такая резьба для того, чтобы при нажимании вот этот основной штифт, он проворачивался. И за счет чего вот эта штучка будет проворачивать отверстие в ремне. Ну, давайте от слов перейдем к делу. Так, возьмем свою досточку, которая видала виды. Возьмем свой ремень. Так, я на нем уже тренировался перед видео, поэтому буду рассказывать его уже вам как мастер, как гуру. То есть все я знаю, все умею. Так, отмеряем 2 сантиметра, так как у меня отверстия идут через 2 сантиметра. Приблизительно ставим это все посередине. Давайте я опущу поближе. Приблизительно ставим посередине ремня. И маркером отмечаем там, где нам нужно будет пробить отверстие. Ну вот, я надеюсь, в камеру видно. Сейчас поближе. Вот отверстие у нас будущее будет. Так, теперь ставим наш пробойничек вот сюда. И сейчас будем нажимать на него. Досточку вниз положили. И так несколько раз. Раз, два, три. И когда почувствовали, что уже, наверное, все. Вот. Это точно все. И смотрите, какое получается классное круглое отверстие. Без зазубрин, без вахры. И как раз подходит под мой штифт на замочке ремня. Вот смотрите, как замечательно. В общем, проблем никаких. Все очень просто. Теперь раскручиваем наш инструмент. И вот этот кусочек кожи достаем обычным пинцетом. Так. Вот смотрите, что у нас здесь получилось. Такое маленькое, кругленькое. В общем, отверстие сделала очень аккуратно. Поэтому уже на старом ремне потренировался. Буду теперь делать на новом ремне отверстия. На этом все, друзья. Кому было интересно, ставьте лайки. Кто знал? Ну, я, например, не знал. И мне было интересно. Я сам попробовал, решил снять видео. Может быть, кому-то будет интересно. Ссылку под видео дам на эту штуковину. Рекомендую, хорошая вещь, может быть, понадобится 2-3 раза в жизни, ну пусть, как говорится, в доме будет. Всем хорошего настроения, всем до новых видео, пока!